Слава Богу. Римский сотник, человек военный, о распятии прочитал приказ. Подпись прокурора, все здесь верно. Даст команду он и в этот раз. Сколько было распятых, без счета. Казни совершались каждый день. Для солдат привычная работа осужденных распинать людей. Полк собрался быстро, по приказу трех приговоренных привели, но распятия было нет, не сразу. Высился Голгофский холм вдали. Римский сотник по обыкновению лиц преступников не замечал. Не было и тени сожаления в огрубевшем сердце палача. Что ему до этих осужденных? Дан приказ, и надо выполнять. Выстроились воины в колонну, одного через полк велели гнать. Одного подвергли бичеванию, багряницу облекли его, дали в руки трость, в лицо плевали. Мельком сотник глянул на него. Странный человек, облитый кровью, не сопротивлялся и молчал. Вот удар пришелся по надбровью, и лицо опухло от бича. Говорили, что он царь какой-то. Царь? Да не похож он на царя. Подтолкнули грубой рукою. Должен крест нести ты, говорят. Дело сделано. Приказ исполнен. Римский сотник тяжело вздохнул. На того, кто посредине поднят, еще раз он пристально взглянул. Странный человек. Над ним глумились, но не проклинал он никого. А на землю кровь из ран струилась. Сотник все смотрел на одного. Так распятые не умирают. Крестную смерть не встречают так. Сотник, ничего не понимая, подошел к подножию креста. А распятый человек молился. Что-то тихо женщине сказал. Жаждую предсмертную томился, дали пить ему, он пить не стал. Странный человек, какие очи! Разве так преступники глядят? Вот последний раз вздохнуть он хочет. Умер, все, конец, вокруг молчат. Не смеются больше над распятым, умер он. Но что это? Темно. Закричали в ужасе солдаты, и земля уходит из-под ног. Кажется, что все пришло в движение. Римский сотник, храбрый человек, видя страшное землетрясение, до земли вдруг голову поверг. Нет, такого не было ни разу. Воин видел множество смертей. Понимать отказывался разум. Так никто не умер из людей. Застучало сердце. Невозможно! То, что видели мои глаза, этот человек был Сыном Божьим. Римский сотник у креста сказал. Больше ничего о нем не знаю. Может быть, он в эту ночь не спал. Может, Иисуса вспоминая, он о чем-то долго размышлял. Может быть, склонившись у постели, он молился к Богу в тишине. Может, это было в самом деле, чтобы было так. Хотелось мне.